Сегодня знаменательный день для нашей области и для всей страны. В этот день, 93 года назад, было принято решение о переносе столицы Казахской АССР из Оренбурга в Ахмечеть. 9 февраля 1925 года ЦИК Казахской АССР подписал решение о переносе столицы страны из Оренбурга в Ахмечеть. Так тогда называлась Кызылорда. Эшелоны из Оренбурга Ахмечеть встречала торжественно. Сохранились записи выступлений тех исторических дней, пламенной речи Ахмета Байтурсынова, а также будущего классика казахской литературы Абдельды Тажибаева, который от имени молодежи Ахмечети заверил, что приложит все силы для укрепления казахского государства. Девятого февраля 1925 года было представлено 6 городов на получение статуса столицы, в том числе Аулиата, Шымкент, Ташкент, Ахтубе, Ахмечеть. Выбор пал на Ахмечеть. Когда Кызылорда стала Астаной, сюда из Оренбурга переехали все государственные и общественные деятели Казахстана, вся интеллигенция: Сакен Сейфуллин, Мағжан Жумабаев, Темирбек Жургенов. Здесь Ахмет Байтурсынов выпустил на арабской графике казахский букварь. Оригинал альпе хранится в фонде редких книг нашего музея. В том же 1925 году произошло знаменательное событие. Народу, которого, вопреки исторической правде, звали киргизами, было возвращено исконно его наименование – казахи. Ахмечеть переименована в Кызылорду.